Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. В данном случае хочу вас познакомить с хорошим циферблатом, который подойдет только для часов Galaxy, да, для часов Samsung. Почему? Потому что этот циферблат под Tizen, начиная от часов Galaxy Watch 3 и пошли моделями ниже. Active 2, Active, Galaxy Watch, Gear S3, Gear S2. Все модели там Frontier или классика, неважно. Короче, это для них. Вот так на данном циферблате, секретном циферблате, я вам покажу, почему я его так назвал, выглядит режим AOT или экран всегда включен. Это гибридный циферблат, но, как вы видите, на нем смотрится только классика в данном случае. А вот так данный циферблат выглядит воочию. Смотрится прикольно. Прямо черный-черный цвет. Стрелочки беленькие, ну, секундная стрелочка с желтым таким каким-то или оранжевым наконечником. Выглядит шикарненько. У нас есть день недели и число месяца. Этот циферблат, дорогие друзья, просто какой-то мультинастроечный. Прям я вас сейчас удивлю теми секретами, которые на нем есть. Если мы с вами тапнем дважды на место 3 часов, раз, два. О, смотрите, у нас поменялся общий фон циферблата. Теперь такой немножко какой-то вот белесенький стал, да, асфальтового цвета циферблат. И вот так, именно так, мне он нравится больше. Далее, если мы с вами будем нажимать по одному тапу на эту сторону или на эту сторону, у нас будет меняться цвет стрелок, и мы с вами можем выбрать то, что нам с вами заблагорассудится. Вот зелененький, допустим, красненький, розовенький или какой он там, и вот красный, и вот такой есть. И теперь желтенький и совсем беленький. Дайте-ка я выберу себе зелененькие цвета на обоих стрелочках. А можно сделать их вообще разноцветными. Но есть здесь одна интересная таб-зона. Она один раз, если нажать вот на 2 часа, в районе 2 часов, то у нас открывается интересная менюшечка. Менюшечка, которая показывает, где у нас и что. Правда, на английском языке, но визуально все понятно, где у нас что нажимается. Здесь, значит, двойной таб. Здесь у нас тоже двойной таб получается. Здесь у нас таб. И здесь таб. Далее, здесь мы с вами видели, потом тут, тут и вот здесь. И теперь мы посмотрим, что же это значит. Один таб сверху открывает нам выбор любого приложения. Допустим, мы с вами выберем сейчас интернет. И теперь по одному тапу у нас будет открываться с вами интернет, как видите. А внизу по одному тапу в районе вот здесь и здесь также будет открывать у нас определенные вещи. Здесь открывается у нас будильничек. С этой стороны, если мы тапнем, у нас будет открываться Samsung здоровье. Если мы нажмем вниз вот сюда дважды, обращаем внимание, не всегда с первого раза у меня получается попасть, но теперь у нас открывается цифровое время с секундами и также сколько мы с вами натопали шагов и еще заряд батареек, проценты с иконками. Здесь обозначено еще также, что здесь 24-часовой режим. И сейчас у нас вечер, как вы видите, да? А это еще, дорогие друзья, не все. Двойной таб по самому верху открывает еще одно меню. Нажимаем и смотрите, здесь открываются вот такие вот интересные шестереночки. И это еще не все. Двойной таб в районе 10 часов открывает нам еще одну интересную вещь. Дважды нажали, и обратите внимание, индексы у нас изменили цвет. И здесь есть несколько цветов. Я выберу сейчас себе зелененький и на этом стопорнусь. Вот такой вот солидный, шикарный циферблат. В описании видео, дорогие друзья, будет ссылочка на генератор промокодов. Туда заходите и просто берете там, значит, промокод, или вернее купон для Tizen. Выбрав свою страну, и тогда скачивайте себе его бесплатненько. Ну и если все-таки купоны кончились, а вам его хочется, можете его приобрести. Вот такой шикарный, интересный циферблат. Посмотрите, какая здесь текстура. Вот здесь вообще прикольные вот эти окошечки сделаны. Они как будто продавлены вниз, и также это окно, как будто оно действительно внутри. Советую вам, дорогие друзья, этот циферблат. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.